Всем физкульт. Наступила пятница, закончилась рабочая неделя, и поэтому в планах устроить небольшое беговое путешествие. Отправлюсь в Питер пробежать марафон «Дорогу жизни». Выбираться из нашей карельской глуши планирую автобусом до Петрозаводска, оттуда уже поездом до Питера. До отправления автобуса времени осталось совершенно чуть-чуть, а я еще вообще нифига не собран, только с работы. Поэтому сейчас нужно как-то всю вот эту вот беговуху собрать, утрамбовать рюкзак, проверить, что ничего не забыл, не опоздать на автобус, добраться до Питера, стартануть, пробежать марафон, финишировать и успеть на выходных вернуться домой. Планы грандиозные, поэтому сейчас быстро собираемся и вперед, беговые выходные! Собрались, все сложили, вроде ничего не забыл, все проверил, помчались в Питер на марафон. Беговые выходные начинаются. Здравствуй, Питер! Наконец-то добрались из нашей карельской глуши с приключениями, с легкой аварией. Ехали на маршруточке, выбилось стекло со стороны водителя. Полтора часа просто такого кайфа, как пингвины в холодильнике, бля. Ничего, не помешало добраться. Поэтому задача на сегодня – получить стартовые пакеты, заселиться, напитаться и лежать до вечера, копить силы на завтра. А завтра утром марафон. Здравствуйте. Знаете номер билета или по фамилии вас? По фамилии. Какой у вас размер футболки, в каком кластере вы будете лежать? М, а, давайте. М закончились, так что только им могу предложить. ПКЛ? Ну, давайте, L. Или Excel. Ну, Excel это уже будет чересчур. Кластер? А, так, на 3,45 это какой, C будет? Это C. Давайте, C. Так, смотрите, у вас кластер C, но закончились наклейки отдельно под C, поэтому у вас будет автобус 10-й. Mm-hmm. Так. Размер футболки у вас не указан. 10-й автобус, и в нем 7-е место. Автобус также камера хранения. Понятно. Поэтому вещи вы оставите прям на посадочном месте. А скажите, пожалуйста, двойную побежит. То есть туда мы забираем своим ходом, место все равно будет за нами закреплено? Да. А, понятно. Просто оно будет пустое, да, туда? Да. Но рекомендовала бы все-таки желательно он наш, потому что дорогу в 6 утра перекроют. Понятно. Так, ваша. И с этим еще проходите на будущий футбол дальше. Достаточно забега. Так, это ваш стартовый пакет. Это номер вашего места, на который вы садились. Я поселила. А в этом мешке вы сдаете вещи, без него могут принять, пожалуйста, не забудьте. Спасибо. Здравствуйте. Все, за футболочками. Этот номер. Здравствуйте. Что-то ёмки в этом году разошлись быстро. Не было. Зима, одевайте на курточки, удачи вам. Задача максимум выполнена, номера получены гелями. Затарился, теперь только ждать утра. Утро у нас начинается не с кофе, утро у нас начинается с трансфера. Старту марафона «Дорога жизни». Воскресное утро нас наконец-то порадовало снегом. А то приехали в Питере, вообще даже не январь, а какой-то хрентябрь, блин. Холодно, ветрено и без снега. А сейчас как настоящая зима. Идем к русским. Приближаемся к месту трансфера. Нас тут ожидают десятки автобусов. Надо теперь найти свой под номером С-10. И все. И отправляемся в неизвестность снежную. Дорога жизни, дорога жизни, а теперь... О, карелы. Где наш, который С-10? Да где-то вот дальше. Искать дальше. Ну что-то на них вообще нет. Сейчас будут вешать, только развешивать. Начинается операция по поиску нашего автобуса. В-8, мимо. Здесь номер. Видите? А? Где? А, вот. Сейчас покажу. О,
Ага. Хорошо, да, конечно. Заходите. Тоже подумаешь, может, в раздевалку сходить переодеться. Да, и ну ладно, мне главное только футболку одеть, я так-то готов. Я так тоже, в принципе, куртку снять, да. Куртку одеть. И в этот, как его, пакет все. Пакет еще упаковать, наклеить, а там наклеено. Да, а нет, у меня еще, еще наклеить одну большую, чтобы наверняка. Да. И наша патриотическая акция посвящена всем ленинградцам, пережившим те страшные дни, отстоявшим свой родной и любимый город, и тем, кто не дожил до этого долгожданного светлого дня. Есть разные дороги – магистральные, городские, деревенские, разбитые и ухоженные, есть гоночные и кольцевые, но была и есть одна дорога, цена которой – жизнь ленинградцев. Это дорога жизни. В этот день мы склоняем головы, чтобы почтить светлую память ленинградцев, переживших те страшные дни, отстоявших свой родной и любимый город и тех, кто не дожил до этого долгожданного светлого дня. Наступает минута молчания. Все вместе помогайте мне заряжаться энергией. Итак, выстраиваются. Это у нас. А, это наш кластер только. Да. Для каждого свой отчет был. Блин, я уже на тот настроился, уже с теми побежал. Это полторы секунды. На полторы минуты считай, и это время обманывает уже. Вы или в автобусе, если у него есть. Заснять этих храбрых парней по 3:30. Да. Нет, 3:45. А это точно наш мастер? Точно.
Поздравляю с первым километром. О, первый километр. Ура! Браво, мужа! Сережка. Сережка. Что, быстро, да? Да. Давай попробуем, как забиться. Совсем. Ну что, давай, 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 здесь плотная группа спортсменов, которые хотят пробежать свой марафон, результатом 3.45 за километр. Я тоже хотел за километр. Веселый коптильщик. Рыба. Самое частое слово на этой трассе — это рыба. Что, товарищи бегуны, я вас поздравляю. 8-й километр. А сколько осталось? Сколько весит в граммах? Вот, видишь, 8. 8. Нет, да. Ну вот тебе, а сколько осталось? А сколько осталось? 42 минус 8, сколько будет? 36. Почему? Нет? Быстрее считайте, сколько осталось. 33. 9, 36. 36,6, блин. Почему 9 и 36? Это сколько? 45. У тебя очень интересные марафоны. Спасибо! Спасибо! Ну, всех с праздником первого 10-го километра. Впереди у нас еще 3 таких праздника. Но не у всех. Не все доживут. Видите, скептический настрой. Не у всех. Передай, дай, Толя. Он просто не поверил, в него волонтеры поверили, а он в себя не верит. Ну вот, первое место братского захоронения самоуверенных бегунов. Такой первый тягун у нас 15 километров. И мы пока идем хорошо. Даже чересчур. Ключевая фраза пока, да? Ключевое слово — идем. Нам осталось... Сколько нам, Юра, осталось? 45. 30 километров. Прояви свои математические способности. Отними от 42-15, и мы получаем... 30 километров. Люблю я такую математику. Тебе только ультра бегать с такой математикой. Мы уже по 4.40 хреначим. Тормози, чудак. Меня к такому жизнь не готовила вообще. Сегодня я узнал, что я могу так долго бежать быстрее, чем 5 минут на километр. Не очень радостная новость, если честно. С праздником! О, 21 здесь. Смотри, как ему лично. Ну да. 21-21. Здесь 21, здесь 21. И мне 21 год назад было 21, да. Сколько символизма, магии в этих цифрах. Да? Ну что, поздравляю. 21 километр. Мы осилили половинку. Впереди у нас еще половинка. Осталось чуть-чуть. Да. Уже меньше половинки. Половинку мы уже пробежали, так что... Это не страшно, это не больно. Это просто лениво. Все, 24 километра. И нам еще 18 веселых, задорных, неспешных
километров. Если повезет. Если кто-то не будет гнать. 33 километра мы уже выжили. И осталось вытерпеть 9. Прошли 35 километров. Осталось 7. Еще потерпеть буквально немножко. И финиш. Пошел финальный 42 километр. Вообще в ногах судороги. Хрен знает, как бегу. Радуюсь, что просто остался километр. И надо тупо выдержать. И ноги сводят вообще жестко, блин. Не ожидал. Ну ладно, протерпим. До финиша уже чуть-чуть. 200 метров. И мы молодцы. Да у меня даже травы удали. Все. Это финиш. Вообще обалденное место на Лиговском 51 корпус 2, где за длительные пробежки наливают бесплатное, хоть и безалкогольное, но пиво. Поэтому бегайте длительные. Ну а мы пока будем отмечать финиш 42 километров дороги жизни призовым пивом. Как тебе заведение? Видишь, какие места обнаруживаю? Ну что, поздравляю всех с финишем. Все молодцы. Ой, вкусненько. Ну, за длительные пробежки, товарищи.